кому достанется фигурка, тот будет король. А я король. Он не слышит, Соня король. Опа! Хоу-хоу-хоу. Не узнали? Это я, Алис. Привет. Сегодня я удивлю моих подруг и поздравлю их. И с Новым годом! Привет, ребята! Алис, посмотрите, приготовила целый мешок подарков для своих подружек, и сейчас мы поедем поздравлять их с Новым годом. Они переехали в новый дом, и Алис приготовила для них подарочки. Есть маленькие, есть большие, есть новые подарки, а есть игрушки Алис, которыми она решила поделиться со своими подругами. Да. Ну все, поехали. Потому что у меня очень много игрушек. Да, потому что у Алис очень много игрушек. Гора игрушек, это да. Везде, действительно, везде игрушки. Пора уже поделиться. Ну-ка, покажись. Итак, ребята, мы приехали. Посмотри, где девочки живут. Они живут прямо над пиццерией. Кто бы хотел, чтобы ваш папа работал в пиццерии и жить прямо в пиццерии, поставьте лайк. Алис бы хотела, да? Хо-хо-хо! Ку-ку, девочки, с Новым годом! Дед Мороз пришел к вам! И Дед Морозу подарки! Пошли, Дед Мороз, вручать подарочки! Хорошо! Она сама подписывала вам, девочки, так что если немножко что-то не так написано... Сонечки! Ёлочка! Давай, пускай споют! Что ли нам? Конечно, вы же хорошие девочки были, послушные. Вам много подарков. Давайте песен. Ну? Молодец, Варечка, хорошо. Давай подпевай. Вместе, ансамбль. Давайте еще раз. Стоп. Давай, Варь. Давай еще раз. Молодец. Подпевайте, когда она забывает. Подпевайте. Забыла. Молодец, уже достаточно, очень хорошо. Браво, браво. Молодцы. Давай высыпем. Девочки, ну подожди, ты достань сначала. Вот так вот, достань сначала то, что для всех. Давай покажем. Девочки, во-первых, вот тут вот шоколадочки для всех, чтобы вы поделились. Вот это просто Алис уже здесь собрала. Здесь Алис собрала игрушечки, которыми она, из которых она уже немножко выросла, и она вам здесь их сложила, чтобы вы вместе играли. Вот посмотрите, какие-то игрушки. Она целый день вам собирала подарочки. Скажите спасибо. Давайте открывайте, что у вас в кулечечках тоже. Угу. Только, девчонки, пока не кушайте, сейчас будет обед. Они не кушают, они, это не кушать. Это может немножко сделать мусор. Там чуть-чуть конфетти. Это как хлопушечки такие, знаешь. Так что, девочки, Алис, научи девочек открывать эти хлопушки, но под елкой, не везде, чтобы не было мусора. Помоги как. Смотри, тебе Алис покажет, Николь, потому что там хлопушка будет. А ты можешь просто вот так разворачивать. Смотри, вот, видишь. Алис поможет вам. И ты распаковала свою хлопушечку. Супер. Иди, тебе помогут девочки, а то ты сама не сможешь. Они туговато открываются, наверное. Шоколадочки после обеда, девочки, пока. Хорошо. Ура! Девчонки, идите в комнату свою, а то сейчас будут... Девчонки, какая красота, какая у вас суперская комната. Это новый дом. Да новый, отличный дом. Большой, светлый. Смотрите, как красиво. Большая комната, кроватки. Вообще там красота. Будет, вообще много. Классно. Ну вообще места такое? Много там. А твое, ну поищи, там забыла, наверное. Забыла. Давайте посмотрю с вами, каких куколок у вас там какие попадутся. Я не могу. А я думаю, у меня панда. Ты думала, у тебя панда? Ну там у панды тоже кажется есть. Погрузи вот так. Это твоя? А это твоя? Вот, смотри, написано Варя. Совушка замыла.
мальчик и такая шапочка. Угу. Я сама. Давай, вот здесь вот так. А как? Вот где так нажать? Где нажать? Подожди, смотри, Николь сейчас нельзя, будет делать. Смотри. Нельзя. Вот как? Вот это нельзя. Помоги, Николь, Алис. А как? Правильно она делает? Я тоже не знаю, как это делается. Опа! Как сделать? Давай, сейчас Алис поможет тебе, подожди. О, смотри, у меня совочка и шапочки. А покажи куколку. Какая можно у тебя куколка? Снять, а? Можно снять, я да. Вот. У меня еще куколка. Какой-то питомец должен. Давай остальные откроем. Сонечка, сейчас Алис поможет, это сложно тебе самой будет. А у меня еще какой-то питомец должен? А как сделать мне вот так? Смотри, вот давай, так, сейчас будет пух. Вот осторожно только. Только не в меня. Не бойся. Ну, подожди. Давай, стреляй. Не па-бам! Да. Ух ты! Блондинка! Смотри, здорово. Вау, какая красавица. Вот. Класс. А, у меня девочка-сова. Покажи. Ой, какая красивая шапочка у нее, точно сова. Здесь давай, Ванечка, ты? Это можно достать, это такие куколки. Ну, нужно ее туго, да, она стоит специально, чтобы не выскочила, когда. Вот так, да, все правильно. Угу. А у меня у Гиги есть, такая гифа, и есть еще такая, которая ну, скосила. Ну, что там у тебя, смотри, тебя Алиса собрала. Кошелечек, лошадку, еще что-то. И киску. Угу. Ой, какие смешные чудики. А у нас... Какие смешные чудики. А у нас есть... И этот тут где-то, вон, с этой, с Моаной. А у нас есть... Это с Моаной. Маус. У нас Марс, есть только он Маус. Прячется, он прячется, Маус да. Наш. У этой куклы, Соня, там парики еще запасные есть тоже. А, вот у нее. А у Сони какая можно кукла? Ей волосы менять. Сейчас посмотрим. Алис сейчас откроет Соню на хапушечку. Ну, Валя, открой свой аксессуар. Аксессуар? Николь, ты смешная. Осторожно, только не в девочек стреляй, а то перепугаешь. О, Сонька нарядила. Красавица такой. Ой, что это у тебя? Шапочка. Это что? Тортик, что кексик. Ли? Кексик, точно. А, это вот кексик. Сейчас достанем. Там еще что-то есть. А, вон посылка. Это что такое? А, малюсенькая посылка. Ух ты, что это такое? А, это пивка. А, это какая-то водичка ее, да? Бутылочка. А это крокодил. Крокодил, это, по-моему, плеймобильный. Получается, Зай, можешь помочь тебе, Алис? Нет. Значит, она вся конфетная. Она вся конфетная. Конфетная? Ну да, слушай, ух ты, ну, действительно. А тут посыпочка на лотнике. Пожалуйста. Я. Пускай она тоже хочет, девочки, ей тоже интересно. Ой, ой. Я посмотрю. Да, такая твоя свечечку. Конфетная. Я думала, что это козлик. Котенок. Да, котенок с огородом. Ободок. Смотри, у меня киска. Ням-ням. Попробуй покрути, Сонь. Давай, она бахнет. Если боишься, Алис может сделать. Я не боюсь. Не боишься? Молодец. Другую сторону. Смотри, как Алис показывает. Давай. Ба-бам! Смотрите-ка, у всех разные куколки достались. Вот вам повезло, девочки, вообще. А тут есть браслет. Оп. А тут есть браслет. Не знаю. Показывай, Сонечка, свою куклу. А это жду. Можно я посмотрю? Ой, какая хорошенькая прелесть. Да, они все сестренки, эти куколки, или подружки. Держи, Сонь. Очень красиво. Так, давайте сейчас мы разрежем королевский пирог, королевскую галету. Кому достанется фигурка, тот будет король. Ножом, конечно, таким. Достанется. Я возьму эту.
Выбирайте себе кусочки. В чьем-то кусочке будет маленькая фигурка. Нет, вот это, хорошо. Вот это взяла Алис. А я вот это. Хорошо, ты это. Гости первой нужно подавать пирог. Правильно, не хочешь. Имени-мини, точно. Эй, это Алис. Это Алис. Это Алис. Это твой? Да. Я хочу этот. Нет, я... Хорошо. Это тебе. Женька, Женька. Или королева. Да, или королева. Я королева. А я король. Соня, король. Иди выбери себе кусок, узнаем, кто король у нас или королева. Жалко, Хасан у нас. Покажи, какой я отрежу. Да. Этот? Да. Оставим папе. Оставьте кусочек папе. Если никому не попадется, значит король папа. Быть фигурка. Или она будет фигурка, или кому-то нет. Достанется. Я беру следующий, а этот будет папе. Папе, ага. Окей. Я думаю, что у меня папа здесь король. Что-то твердо. Возможно. Нет, я король. Да. Смотрите, фигурка обнаружилась в кусочке, который никто не выбрал. Да, она досталась папе, который на работе. Вот, и мужчина. Вот она. А завтра мы оденем папе колонну. Конечно. Когда папа придет в свободе. Да вы все равно заберете фигурку. Ой, какая, смотрите. Чего ты расстроилась? Они же не расстроились. Ой, какая красивая. Не расстраивайся. Варя, корону будете по очереди носить, а фигурка все равно вам. А мы знаете, что мы сделаем? Знаешь, что мы сделаем? Мы завтра купим новый пирог и еще раз. И еще разыграем, конечно, да. Пока Соня поносит. А фигурку под елочку поставьте. Да, поставим обязательно. У нас одна уже стоит. А есть фигурка? Нет, две. Одну разбилась. Ничего, новые накопятся. Ну не переживай, я говорю, мы не расстраивайся, Варечка, это ничего. Корону сейчас завтра. Соня поносит и мы тебе даст. Мы завтра еще разыграем. У нас тут танцы Дед Мороза, видишь?